нити сети, сплетенные во снах Декарта, шагнуть в глубину столетий, в кривые сумерки Марта, теряя навыки речи, не нужно без адресата вступать по замоскворечью к морщинам его фасадов, по замкнутым параллелям, похожим на круги ада, где в окна пустых молелен печально смотрят геады, где ветер летит, срывая листовку в двери аптечной, и черная тень трамвая исходит снег на конечной. Срывая листовку с двери аптечной, и черная тень трамвая, исходит снег на конечной, и тропы отвод раскисли, и можно упасть в листву и остаться себя не мысля, и в общем не существует.